А вот в природном резервате Ак-Жаик растет популяция краснокнижных птиц. По подсчетам орнитологов, сейчас здесь обитают до 5500 пар черноголового хохотуна, 4000 пар хохотуни, 1500 пар большого баклана и 200 пар кудрявых пеликанов. Мониторинг птиц специалисты проводят еженедельно. По их словам, из-за снижения фактов браконьерства в заповедник спустя 4 года возвращаются редкие пернатые. В целом в природном резервате обитает около 300 видов пернатых. У одних здесь постоянное место гнездования, другие останавливаются временно. Состояние гнездовых колоний находится в норме. Имеются уже выводки у черноголового хохотуна, у хохотуни. При визуальном осмотре на наличие факторов беспокойства не подтвердилось.